Короче говоря, я стал девочкой. Сегодня ночью мне не спалось, и я все время крутился. И так лягу, и так, потом вообще упал. Встал, заполз на кровать, потом опять крутился. В общем, ночь была ужасной, ощущения были, как будто я сам не в себе. Утром я проснулся, почесал себе нос, ухо, лоб. Нащупал на голове какую-то женскую заколку. Эй, что это такое? Как это оно мне на голову попало? Наверное, мама, как обычно, свои штучки разбрасывает. Ну да ладно, сполз с кровати. Стоп! Что это на мне надето? Опять, наверное, мама свои шутки шутит. Я все это с себя скинул и побежал в туалет. Зашел, закрыл за собой дверь, открыл крышку унитаза, снял штаны. Что это у меня? Интересно, как такое могло случиться? Что же произошло? Я что теперь, девочка? Может быть, я съел что-то не то? Да нет, вроде. Может быть, выпил чего-нибудь лишнего? Да вроде тоже нет. О, а может быть, я заболел девчачьей болезнью? Ну там, сопли или кашель. Так, чем я там еще вчера занимался? Играл в футбол, катался на мотике, возил грузовик. А может быть, меня маска вчера с собой заразила? Да нет, глупости какие-то. Что же я там вчера еще делал? Стоп! Там же была... Внучок, иди сюда! Ты не мог бы мне помочь через дорогу перейти? Нет, не мог. Не мог? Значит, тогда ты не мужик. Точно! Это она меня превратила! Фух, это был сон. Стоп, а это что? Короче говоря, я стал девочкой.